В столичном музее чувашской вышивки открылась необычная экспозиция «Поклонись дереву». На выставке представлены работы известной резчицы Веры Васильевой, которую она создала за 40 лет. На скамейке перед родным домом любимая бабушка с дедушкой, тут же на коленях кошка Мурка. Милое сердце мотивы и образы Вера Васильева воплощает через самый теплый материал. Из всех пород мастер предпочитает липу. Резные детали покоряют своим великолепием, отражая уникальные национальные традиции и историю. Идея резьбой заниматься, она вышла, наверное, случайно. Я училась в Уфимском педучилище, художественно-графическое отделение. И был у нас мастер, старенький такой, бородатый, и увлек нас резьбой по дереву. Кружок был, обычный кружок. Овладев методами и приемами обработки древесины, купила необходимые инструменты. И это стало началом большого роста. Она вплотную занялась преподаванием в кружках резьбы по дереву. Со временем увлечение передалось и сыновьям. Мы где-то начали уже лет 6-7, наверное, вот с такого, с первых классов, с детства. Мы помогали элементарно, мы еще не умели вырезать, мы элементарно шкурили работы, пилили, строгали. А потом уже постепенно начали уже, когда ходить заниматься, мы уже самостоятельно вырезали панно, резные работы, рельефная, контурная резьба. Соответственно, и ездили, закупали материал. За 40 лет через ее руки прошли тысячи учеников и столько же работ. Резьбу по дереву делать не так уж легко и не так быстро. Она каждая работа любимая. Каждую работу вкладываешь душу. Действительно, вот прямо с душой, как ребенок рождается, так же вот рождается каждая работа. Теплые по колориту декоративные элементы интерьера, настенные панно, куклы в национальных нарядах и домашняя утварь привлекают внимание, подчеркивая изысканность, тонкий вкус и талант автора. Такая красота, то, что по дереву, это ведь не нарисовано, это сделано руками. Это очень сложно. Я понимаю, что это сложно, и вот смотришь, восхищаешься, очень красиво. Мы прям в восторге. Я сегодня так впечатлен, что мне сегодня самому захотелось взять инструмент и сделать что-то такое. Фуру хочу сделать. Машину? Сегодня Вера Васильева активно участвует в международных, всероссийских и республиканских конкурсах и фестивалях, где мастера находят друзей и вдохновение. Наталья Мальчикова, Александр Атяков, Республика.